Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня опять же интересная такая, знаете, инфа. Вот я качаю здание, всегда люблю смотреть вот на скины, да. И сегодня зашел, что-то я завтыкал, обычно после обновы смотрю скиллы на здании. И что я вижу? У меня уже шестой левел. 110 я качнул, и следующий аж 160. Это надо будет мне вот эти вот все здания. Раз, два, потом три, четыре, пять зданий надо будет еще докачать. Это получается, ну, меньше, конечно, чем 50. Я не знаю, скорее всего, не откроется следующий уровень, но вот этот шестой уже уровень довольно-таки внушительный. Если присмотреться, скорость атаки на 40, скорость передвижения на 50. Что я могу сказать? Это дофига. Это практически дебаф в два раза. То есть скорость атаки и скорость передвижения. Не знаю, как оно будет. Можно снять героя, попробовать на каких-то мелких волнах. Давайте сейчас это и сделаем. Потом посмотрим еще второй скилл, который открылся у нас. Уже следующий левел, но должно быть мощно. В любом случае, это как бонус. Ну, давайте самых первых, ну, я думаю, вряд ли их сейчас солью, скорее всего. 10-я левела. А тут сейчас их башни просто сожрут. Сейчас пойдем немножко дальше. Не-не-не. Ну, давайте кубчиком смотрим. Вот, посмотрите, видели, да? Конечно, не особо там сильно это заметно, что они там очень-очень круто замедлились, но довольно-таки неплохо. Вот, посмотрите. Вот видно на вот этих вот замедления, как работает. Вот, посмотрите, как тихо начат, как дурные. А посмотрите вот на этих. Прикольненько, прикольненько. Очень-очень неплохо замедляет. Я вам скажу, это где-то может сыграть злобную шутку. Посмотрите, как. Так, теперь давайте попробуем следующий. Тринадцать тысяч каждых 0,5 секунды. Ну, тоже неплохо. Мини-фрейка. Так. На волнах, думаю, нет. Поехали сюда же. Тут уже замедления у нас не будет. Вот посмотрите, как работает этот скилл. Видите? Этот уже красиво смотрится. Посмотрите, по 13 тысяч минусует. Круто. Что-что, смотрится очень круто. Такое чувство, что сейчас мы, короче, их затащим. Тащи, 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 ратуша, давай. Блин, посмотрите, что делает. Это жесть. Конечно, зона атаки не такая большая, как хотелось бы. Хотя, посмотрите, достает за таблетки. Это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Где-то 10 клеток.
зона действия. Неплохо. Затащила. Короче, тащим без этого. У Купидона вряд ли мы затащим, они сейчас себя набафают. Но смотрится довольно-таки внушительно. Посмотрите, что делает. Ну, 13 тысяч, а что же будет на следующем левеле? Так, по 20, по 50 тысяч будет сносить, я не против. Ну, давайте зайдем на русский сервер. Я не помню, тут заходил или не заходил на свой основу. Да, заходил. Прокачано, а не или нет. Даже не улучшено. Вообще. Бомжара. Ну хоть это лучше. Короче, не знаю. По сути, следующий 160 левел, это, конечно, будет жестковато. Думаю, что очень интересно будет на это посмотреть. Какие же там все-таки будут изменения, насколько они усиления дадут. Ну, сейчас я зайду на китайку, вроде на китайке. Если это та китайка, то я переустанавливал плеер. Вроде та. Что там? Технические работы, что ли? Мы на чей-то аккаунт залезли. Уже ак. Вот это акса, посмотрите. Вообще кайф. Опять новую рунку дают. Вот где нормально жить. Так. Все тут, конечно, по камням немножко, а то ничего. Все. На золото скины дают. Так. Поехали на ратушу, посмотрим. Вот здесь она у меня. Вот у нас четвертый скин. Вот 70-160 уже показывает тоже. А здесь 8-30-40. Ну, давайте попробуем. Интересно посмотреть на анимашку. Будет анимашка? Не, нет. Видите? Получается, анимашка дается только в этом. Сейчас посмотрим. А, нет, все-таки есть. Анимашка при нападении на базу есть. Ну, здесь 8000. Всего-то. А там уже 13. Ну тут еще 110-го. Да, это, по-моему, так и есть. Следующий там уровень 110, они уже это все влепили вместе. 60 само. Ну, спасибо. Щедрый вы сегодня. Тут интересного есть. Короче, куча всего. Ничего понятного. Пум-пум-пум-пум-пум. Вот такие вот дела, ребят. Ну, я считаю, это интересная тема.
Особенно для бездоната, который никогда этого не прокачает. Ну, блин, интересно, что же все-таки будет на 160, там, тысяч 15 или 20 сделают урона. И посмотреть, интересно будет, какие все-таки статки. Пишите комменты, что вы думаете. Всем удачи, всем пока.